эльфы. Поздним вечером, в ноябре 1988 года, мы стояли у Электрозаводской, вокруг нас бились урки. Урки, готовые на все. Урки в тренировочных костюмах, неистовые подмосковные урки. Летели кровавые ошметки, хрустели хрящи, пар поднимался над бьющимися телами, свистели велосипедные цепи. Приехали менты, и менты бежали, и потом менты уже искалеченных забирали, и врачи увозили бесполезные исковерканные тела. А мы со Стасом, неподвижные, нетронутые, стояли среди жизни неподвижно. Вечером у Электрозаводской, в 1988 году, кругом шла мочня, а мы говорили о звездах и ветре, о пахучей траве на холмах, о побегах омела на древних дубах, о серебристых буках, о немыслимых существах, о смене времен, о конце всех эпох, о древней любви тихо беседовали по-эльфийски.